Коммунальные службы города, комбинат коммунального предприятия и служба благоустройства готовят технику к уборке снега в зимнее время. 13 октября комплексная комиссия в составе исполняющего обязанности главы администрации, специалистов департамента по городскому хозяйству, руководителей управляющих компаний города проводили экспертный осмотр коммунальной и снегоуборочной техники. Кроме визуального осмотра, специалисты производили технический контроль работоспособности агрегатов. Руководители городского хозяйства и специалисты коммунальных служб дали представителям СМИ свое заключение. Техника, которая стоит на плацу, готова к использованию. И по настоятельному уверению директора и замдиректора данной службы, техника будет работать зимой в нормальном режиме. Я уже их поблагодарил за хорошее, честное отношение к работе, к труду, что из ничего сделали красивые, хорошие машины, которые весь зимний период будут убирать наш прекрасный город. Делать людям удобство, чтобы никто не поскользнулся, чтобы все были довольны. Сегодня на осмотре мы показали 9 единиц техники, которые мы подготовили для работы в зимних условиях по уборке снега на придомовых территориях города. Могу сказать одно, техника готова к работе по уборке снега. То есть навесное оборудование, оно проверено, испробовано и готово к работе. Бывает так, что и ночью выпадет снег, и днем выпадет снег. Мы готовы в любое время к уборке снега. Значит, когда наступит вот этот именно период, будет проработан некий режим работы наших трактористов, вот, которые, значит, будут выходить раньше, гораздо раньше, вот, и убирать территорию, чтобы жители города могли на работу спокойно идти. Сам знаю по себе, но вот когда, бывало, идешь на работу, а тротуары не почищены. Вот. Я думаю, что с руководством предприятия мы этот вопрос проработаем. Это необходимо сделать. Вот. А уже режим работы наших работников, так, вот именно в период снегопада, мы отрегулируем. Специалисты-коммунальщики заверяют десногорцев, что нет никаких причин для беспокойства за чистоту городских дворов и улиц. Предстоящая зима будет проверкой готовности техники в экстремальный день обильного снегопада.